Яркие моменты, позитив, драйв, эмоции – это все клуб «Итака». Сегодня мы дарим городу «Махно Проджект» с супер-мега-хитом «Одесса Мама», а также «Делюкс Клаб Шоу», «Диджей Фокин», «МС Рыжий». Добро пожаловать! Итак, давайте познакомимся. Ребята, чей хит играет на протяжении уже, ну я скажу, так 2 лет в «Итаке» точно. Что еще планируется в будущем? Во-первых, мы не могли сегодня приехать в Одессу в первые дни лета без подарка. И сегодня в «Итаке» состоится премьера нашего нового трека, который только 7 июня будет звучать в эфире радиостанции. Это наш новый трек, он называется «Морская». Скажи, пожалуйста, вы одесситы или нет? Потому что некоторые люди не понимают. Я, например, из Донецка, Саша. Так почему про Одессу песню поете-то? Потому что мы очень любим Одессу, как все люди, не только в Украине, но и все, кого мы, все города, кого мы там, которые мы там перечислили, которые пишут под роликом, оставляют комменты: «Привет из Еревана», «Привет из Баку», «Привет оттуда, отсюда», отсюда. Кто-то пишет: «Я ни не понимаю, но это охеренно». Ну, то есть, Одесса, мы твои. А следующие треки планируете в каком стиле писать? В таком же, коммерческий хаос? На самом деле, как получится. Вот сегодня мы презентуем трек «Морская». Это совсем другой стиль, нью-диско. Мы никогда не работали в этом стиле, просто решили попробовать. Ну, так получилось. Но, тем не менее, наш следующий трек может быть очень жесткий прогрессив, который, там, допустим, никуда, кроме Kiss FM и DJ FM не влезет. То есть у нас абсолютно разные. Мы с собой показываем, что человек может любить и... там человеческую музыку, которая годится для широких масс, и музыку для модников. Кто написал слова, песни и музыку? Наш тандем состоит в следующем. Я пишу все, что можно спеть, Максим пишет все, что можно сыграть. «Махно Проджект» специально для твоя «Итака». Yes, да-да-да! На самом деле, атмосфера, как обычно, всегда, я очень, ну, человек, всегда рад работать с тобой, также и с Димкой, ты знаешь, но очень приятно, что жизнь свела нас вместе, и самая, конечно, позитивная эмоция у меня всегда от выступлений здесь, я надеюсь, что, ну, все будет хорошо, ребята расширились в этом году, очень мне понравилось, все супер, курс отличный, я думаю, что этот сезон будет потрясающим. Диджей Фокин, твоя «Итака». Второй день. Крис Монтана в «Итаке». Продолжаем. Добро пожаловать. Hello, Chris. How are you? Hi. Nice to meet you. I'm well. You know, like, it's an amazing venue. A lot of people coming. I'm pretty excited. Very nice. Hi, I'm Chris Montana, right director here in Ithaca Club. It's gonna be a very nice party tonight. I'm looking forward to see everybody of you on the dance floor. See you. So yeah, Ithaca Club, yeah. Крис Монтана специально для твоя «Итака». Позитивный чел. Летом в Одессе, в «Итаке». И если ты еще здесь не был, тогда дуй к нам. Твоя «Итака».
просто организовали какую-то атаку папарацци. Наверное, начнем в час 40. Мой напарник, арт-директор, пишет. Час 40, начинаем. Скажи, пожалуйста, чем порадуешь сегодня Одессу? Вообще, рад ли приехать? И будешь ли эксклюзивно выступать только в Итаке? Я? Да. Это Итака? Да. Ты куда? Я вообще не пойму. Не пойму, что это такое. Глюк. Мы не пьем. Правильно, камера? Мы не пьем. Мы не пьем. Опа, привет. Пыльца у нас гостяк. 24 июля, как будет по-украински, не знаю. Но вы меня поняли. О, вот так хорошо, вот так. Вот так. Вот так не видно. А вот так видно. А вот так не видно. Это твоя, моя, наша Итака. Не могу сосредоточиться. Это такие красотки танцуют. А ты кто? Конкурент! Конкурентов убьем! Всем спать!